Друзья, вот таким образом выглядит сейчас фасад жилого комплекса «Озерный». Это первый корпус. И как мы видим, фасад практически готов. До завершающей работы крыша почти полностью накрыта. Когда здесь все будет закончено с внешним видом, я обязательно сделаю ролик и покажу его с коптера обязательно, чтобы вы видели, какой он красивый получился. А с вами Павел Морозов из города Сочи. Друзья, в этом ролике я вам покажу одну квартиру, которую можете приобрести в этом комплексе по старой цене. Дело в том, что у меня один клиент, в общем, не получается у него никак собрать необходимую сумму. Он внес первый взнос 500 тысяч, но вот рассрочку он не тянет. Поэтому здесь... Вы ситуацию прекрасно знаете, цены уже повысились. На все квартиры цены поднялись где-то от 100 там, до 200 тысяч рублей. Есть одна квартира по старой цене по 68 тысяч рублей вместо 73 с экономией, с порядка 130 тысяч рублей. Квартира площадью 23,3 квадратных метра, с двумя окнами правильной формы. Таких квартир в комплексе на данный момент вообще нет. Это просто ну, возможность приобрести квартиру тем людям, которые не успели это сделать по старой цене, которые думали, которые изучали документацию или еще что-то. По документам, ребят, сразу расскажу по этому комплексу, что этот комплекс стоит на правильной земле. Адрес Петрозаводская 28, вот дом, да, Петрозаводская 30, вот они, два домика. Вот. Ну, собственно, более подробные обзоры по этому комплексу у меня есть на канале, можете посмотреть, там ссылочка где-то сейчас появится, не суть. Комплекс со всеми центральными коммуникациями строится с решением на полноэтажность на земле под многоквартирный дом с выкупленными коммуникациями уже, которые уже подводятся постепенно. Ну и, собственно, этап строительства, видите, абсолютно безрисковая инвестиция, абсолютно безрисковая покупка для себя по заниженной цене, поэтому предлагаю пройти и посмотреть, как выглядит эта квартира. Пойдемте. Ребят, как мы видим, здесь стены уже оштукатурены, вот, уже все движется даже быстрее, чем планировали. Это у нас второй этаж, а квартира на третьем этаже. Квартира номер 62. Если кому интересно, подробную информацию отправлю сразу по запросу по этой квартире. Напишите на WhatsApp, и вы все получите сразу. Смотрите, друзья, квартира выглядит вот таким образом. Квартира правильной квадратной формы. Уже выделен санузел. Вот, ее осталось буквально вот здесь вот скошенную дверь такую поставить, и санузел готов. Это, несомненно, преимущество, потому что это монолит, который возвели за вас. Квартира вот так выглядит. Окно, второе окно с выходом на балкон. Вот такой балкончик. Это тихая улица, друзья, достаточно. То есть это уже Петрозаводская. Гостел у нас там. Остановочка вот здесь, вот буквально там, ну, метров 200, наверное, максимум. Вот. Достаточно комфортно. Вид на зелень, на кипарисы, на... Здесь, кстати, вот Орел Изумруд. Есть фитнес-центр и бассейн. Можете ходить купаться. Ну, конечно, за деньги. Достаточно хороший фасад, друзья. Приятный. Единственный минус этой квартиры, наверное, это ригель вот этот. Но он классно скрывается, то есть можно точечный светильник сюда поставить, и, как бы, и в принципе будет даже незаметный, как будто так и планировалось изначально. Вот такая квартира. Размеры квартиры, друзья, я вам пришлю по запросу. Ну так вот, на скидку, где-то здесь 1,4 м вот так вот по ширине примерно. Вот, может быть, даже чуть-чуть больше. Вот. В целом... Классная студия. Обращаю наше внимание на то, что у нее есть два окна. Это преимущество, несомненно. Она правильной квадратной формы. И самое главное, что таких квартир в доме практически нет. То есть, ну, сейчас на данный момент они все проданы. Они проданы были в первую очередь. И, скорее всего, ну, люди понимали, что это самые ликвидные площади. Не именно эти вагончики вытянутые, а именно вот такие вот квартиры правильной квадратной планировки. На которой, кстати, зарабатывать можно, если вы сейчас приобретаете, грубо говоря, по 68 тысяч рублей, да, по старой цене, ну, стоимость этой квартиры 1 570 000, да, то при перепродаже в этой квартире будет заложена прибыль, ну, где-то порядка 400-450, может быть, 500 тысяч рублей. Ну, я не хочу сейчас как бы кого-то обнадеживать сильно. Минимальная прибыль, на которую можно сделать на этой квартире, 400-450 тысяч рублей. Срок... Это январь-февраль этого года, то есть это уже получение денег. Алгоритм такой, покупаете сейчас, ждете этап строительства, вот, ну, грубо говоря, завершение получения документов, и уже после этого продаете. Продаете также с нами, я вам помогу в этом, проблем никаких нет, мы уже так делали неоднократно. И уже выводите чистую прибыль, там, 400-450 тысяч.
На данный момент, друзья, также можно оставить эту квартиру себе, если вы хотите, например, купить более выгодно, например, для себя. Пожалуйста. На данный момент это один из лучших комплексов в спальных районах города Сочи, Адлера, со всей разрешительной документацией. Аналогов этого объекта нет. По полному пакету документов, по цене. Тем более, сейчас вы можете приобрести квартиру по цене ниже, чем у застройщика, по 68 тысяч рублей на 5 тысяч квадратов дешевле, чем они продаются сейчас. Конечно, вот этих квартир уже нет. Кроме того, цены такой нет. Поэтому, друзья, эта квартира в любом случае продастся там сегодня, завтра, через неделю. Те, кто хотел обратить внимание на этот комплекс и купить здесь квартиру, обратите внимание именно на эту квартиру. Ну, а также буду рад проконсультировать вас по любым другим квартирам в этом комплексе, коих осталось не более где-то процентов 20, наверное. Потому что комплекс очень быстро разобрали. Понимающие люди вложили деньги, купили для себя и так далее. На все вопросы готов ответить по телефону. Запросите информацию, я вам вышлю планировку по этой квартире с точными размерами. Также полную документацию высылаю прямо в течение 5 минут. Она у меня полностью подготовлена, сформирована на электронной почте. Со всем, с уставом, с формой заключения договоров, с разрешительной документацией, с план-макетом и так далее. На этом все, друзья. Горячее предложение, вот оно. Спасибо, что поддерживаете меня своими подписками, лайками. Вы единственные спонсоры нашего канала. На этом все. Всем хорошего дня, замечательного настроения. Будьте внимательны и побольше всем здоровья. Всем пока.